будет краткая увертюра. Я скажу вам это сразу, музыкальная культура принакрылась медным тазом. Не нужны были стране советской ни Слонимской, ни Пендерецкой. Не нужны теперь стране российской ни Пендерецкой, ни Слонимской. Дети тухлую попсятину жуют, на классическую музыку плюют. Но есть на свете извращенцы, они считают вольнодумцы, что анданте или скерцо лучше глупой умца-умцы. Говорят чудилы эти, что есть на свете Доницетти и Скарлатти есть на свете. Вы послушайте их, дети, о душе нашей пекутся, все надеются на чудо, но смеется умца-умца и фигачит отовсюду. А я купил бы детям флейту и гобой, чтоб росли засранцы с чистою душой. Но не слушают злодеи ни Вольфганга Амадея, ни Бетховена, ни Глюка. Говорят, что это мука, говорят, что это скука и отстой. А я хотел купить им флейту и гобой, чтоб росли детишки с чистою душой, чтобы на склоне лет я в гамаке дремал, а моих детей дуэт для дедушки лобал. Кто теперь играть возьмется по сокалью и мазурку? Умницы-консерваторцы в кабаках играют мурку. Кто раскроет партитуру, кто раздует жар сердец? Наше время скрипка дура, стратокастер молодец. А помнишь у Бетховена второй концерт, дружок? Там есть одна хреновина, любимый мой кусок. Там скрипочки ти-ти-ти-ти, рояль. Опять скрипочки тим-тим-тим-тим, рояль. Ну правда же красиво, ну правда же высший класс. Огромное спасибо Бетховену от нас. Дети ходят на кумиров поглазеть, на концертах у кумиров поборзеть. Но тинейджерские вопли, восхищения и сопли обусловлены политикой родных телеканалов и больших радиостанций. И дай бог им всем здоровья, зарабатываю деньги, только совесть надо все-таки иметь. Дайте Грига Бога ради, дайте, дайте нам Скарлатти. Но отвечают злые дяди, что Скарлатти не в формате, что у Грига низкий рейтинг, что он нудный правослова. Так что будем слушать, дети, композитора крутого. А принес бы к дядям Штраус новый вальс, а ему б сказали: милый, много вас. За эфир сперва папаша проплати, а потом уж си бемоль свою крути. Должно же быть что-то святое, прекрасное и не крутое. Но искусство не замучить, не убить. Гендель жил, Гендель жив, Гендель будет жить. Я поставлю детям Баха, я и Моцарта поставлю. Я с ремнем в руке к искусству приобщиться их заставлю. Станут взрослыми ребятки и спасибо скажут папке. Бить по попке тоже важно, чтоб растить нормальных граждан. Ла-л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 а